Вот чё оно так не хочет? Как я хочу. Тишина на съемочной площадке. Ах ты грязный, неумытый поросенок. Ярик, не ругайся. Надо говорить, да попы. Чао, братья и сестры. Сегодня у нас в гараже на ремонте два настоящих американских автомобиля. Это снова братанчик наш F-150. Ford F-150. И Trailhawk. Настоящий американец. Так вот, смотрим. Смотрим и восхищаемся, как мы и будем чинить. Как мы будем чинить последовательно, рассказывать вам, что, куда, зачем и как. Вот вперед, вперед мы чиним. Почалось опять, парни. Только стоит сделать один, как тут ветер уже нарисовал второй F-150. Друзья мои, хочу терпения. И мне терпение, и вам. Сеня, не стучи, друзей не будет. Опять эта кошерная горелочка. Опять горелочка кошерная. Эсаб. Эсаб XTNE 120H. А? Вот она с тоненьким. Вот правда. Это прииски всяких приисков. Всякие болтики, шалерубчики, гаечки. Это скорбница, скорбница, это точная скорбница. Металл тоненький, а мы для тоненького металла используем маленькую горелочку с 1,6 вольфрамчиком. Ну, это конфиденциальная информация. Так. Почему люди не любят сварщиков? Ты понимаешь, ну почему они не любят? Мы несем тепло и уют, а они от нас отворачиваются. Отворачиваются от сварщиков. Так, парни, глаза. Глаза нахуй. Друзья мои, начало положено. Начало положено, и скоро джип будет как новая копейка. А то даже и лучше. Итальон! Наливай подешевело. О чем скажу, парни, о чем скажу? Капот тонкий, все тонкое варим. Блин. Все тонкое варим. Секретов никаких нет. Все тонкое варим тонким вольфрамом. Тоненьким вольфрамом 1,6 мм. Ну, можно и миллиметровым варить. Почему, рассказываю. Теплоемкость вольфрама тоненького меньше. Поэтому ты зажигаешь на 44 амперах. Зажигаешь и в бой. Не очкуешь, а берешь и варишь. Если ты будешь толстым варить, надо больше ампер ставить, чтобы она больше раскочегарилась. И ты потом будешь просто прожигать дырки. Будешь прожигать дырки. Все, поехали. Шоу продолжается. Шоу-бизнес. Как говорит Славон, шоу-бизнес. А он Спилберг, тот Спилберг, который в прошлый раз F-150. Да, это Серега, который снимал мне F-150. Ford, да, вот Серегу попрыгает. Ты куришь, Серега? Блин, он же не курил. После того видео съемки он и закурил, наверное.
Я уже с тем, что варить, скоро буду шарить, как рихтовать. Не только варить, правильно, Серёг? Да. Дай рихтовать. Друзья мои, в прошлом видео мы варили синий F-150. Вот, и по всей вероятности конструктора на Форде видели ролик. Вы не поверите, как быстро реагируют. Смотрите, в этой модели двери открываются уже нормально. Ты представляешь? Ну, ты представляешь, как быстро отреагировали? Да? Ну, молодцы, вообще респект. Респект, так сказать, и уважуха. О, молодцы. Так, фигачим дальше. Предновогоднее такое настроение, парни. Берем 1.2 присадок и варим полным ходом. Глаза. Парни, просто райский уголок. Спереди сварочка тепленькая. С левой стороны печечка тепленькая. Сзади солнышко светит. Ну чё ж так не работает? Японский магнитофон. Это просто, ну, райское. Райское место. Друзья мои, Никита запретил мне говорить парни, потому что у нас и тёлки смотрят. У нас как в операционной. Самый настоящий хирургический инструмент для зажима и удержания деталей для сварки. О как. Что мы джип сделали. Сейчас доделаем крыло и переходим варить магниевый телевизор на F-150. Он там магниевый. Ну что, выключай, что? Прищипывает. Да, я и хотел же прищипнуть. Я и забыл, что я хотел. На меня накричал, Стрюберг накричал на меня. Потому что я и забыл, что я и хотел. Ярик, сильно не смеется. Ярик, если опять Никита будет говорить, что в экране, в видео ты только... Все, разводы, девичья фамилия. Ребята, ставим остальную заклепочку на крыле и переходим на кузов автомобиля Ford F-150. Глаза! Друзья мои, глаза! Все, с крылом закончили, переходим на автомобиль. Красота какая-то. Да не, на алюминий олово не липнет. На алюминий олово не липнет, парни. Ярик сказал, что на алюминий. Конечно, не липнет олово. Не можем, можно припаять, конечно, но не капот. Взяли, запаяли капот олово. Что нельзя было заварить? Мы нагрели горелочкой, аккуратненько повычищали. Теперь заварим аргончиком, друзья мои. Это просто какой-то трешнячок. Так, поехали. Спилберг. Спилберг, глаза на. Вначале ставим такие соединительные прихваточки, а потом провариваем. Вот такие маленькие прихваточки соединительные. Так. Все, закончили с капотом. С фордовским. Переходим к следующей трещине. Да. Какие-то живодеры содрали надпись F-150.
Остались одни только следы. Вот, крыло починили, друзья мои. Опа, чик-чирик-чик-чирик. Спилберг, накати экранчик. Тут уже Веталь почистил. И тут почистил. Смотри как. Опа, опа, опа. Ча. Работы проделано немало, друзья мои. Так. И покуда чинилось крыло, Славентин Альбертович Крузенштерн уже натянул капот. Пойдемте смотреть капот. На. За мной. О, смотри. Вот он. Вот здесь мы чинили. Класс, да? Крутячок. Крутячок. Вот, так что, ежели чего, друзья мои, обращаемся за починкой к нам. Всем большой привет. Пишите комментарии. Всем пока, ставьте лайки. Чао. Чао, какао, с наступающим Новым годом. Веталь, ну как вот это можно работать, Олег? Молча. Веталь, ну тишина на съемочной площадке, блин. Ты же понимаешь, что, ну, блин, мешаешь. Не стучи, друзей не будет. Веталь, ляжи, хватит. Неможливый. Ай!